Отыгрываться в повторном матче с Челнами пришлось игрокам «Чайки», при том, что счет в игре открыли нижегородцы. На 8-й минуте при реализации большинства Игорь Руденков пробил, получив пас из-за ворота Даниила Ильина. Однако перед самым уходом на перерыв, за 15 секунд до окончания первого периода, гости ответили своей реализацией лишнего. А в середине второй 20 минутки Челны вышли вперед, после чего Андрея Тихомирова в воротах «Чайки» сменил Николай Мальков. Сравнять счет хозяева смогли в начале третьего периода, на который вышли впятером против троих челнинцев. Руденков подправил шайбу после отскока от броска Бориса Садакова. А на 54-й минуте лидер снайперской гонки нижегородцев оформил хет-трик, выведя свою команду вперед. Преимущество нужно было еще отстоять, челнинцы не хотели мириться с поражением до последних секунд. И только щиток Николая Малькова, прикрывший угол во время атаки снявших вратаря гостей, не позволил перевести игру в овертайм. В итоге 3-2, волевая победа «Чайки». Следующие матчи 6 и 7 ноября с Нижнекамским реактором нижегородская молодежка проведет на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный». Владимир Широков, Дмитрий Поверинов, Торпедо ТВ.